Сезон продажи так называемой незамерзайки в самом разгаре. Для бойкой торговли не нужен даже магазин. Его заменяет обычный багажник и импровизированная полка на крыше авто. Привлекает продукцию обочина на трассе низкой ценой. Однако последствия такой сомнительной экономии могут быть серьезными. Сколько? 20 штук вот. Свой бизнес мужчина сворачивает в присутствии сотрудников полиции. Товар в пятилитровках изымают, а на мужчину составляют протокол по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. В отделе полиции он обещает показать сопроводительные документы на товар. Однако ни чеков, ни накладных у продавца не оказалось. Если экспертиза выявит наличие метилового спирта в жидкости, мужчину ждет более серьезное наказание. Добрый день. Полиция скоро. Автомобильную незамерзающую жидкость, имеющую признаки несоответствия оригинальной продукции, изымают и на оптовой базе заводского района. В ходе проведения проверки на товар также не было предоставлено никаких документов. В ходе проведения проверки на данную продукцию не было предоставлено товарно-закупочных накладных сертификатов соответствия, что является признаком контрафактности и несоответствия техническим условиям для подобной продукции. Указанная продукция была изъята в количестве 39 единиц, направлена для проведения физико-химического исследования, по результатам которого, если в химическом составе данной продукции будет установлено содержание метилового спирта, в отношении лиц, осуществляющих реализацию подобной продукции, будет составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений. Этот торговый объект попадает в поле зрения сотрудников полиции не впервые. Ранее с этой базы уже отправили на экспертизу 300 единиц незамерзающей жидкости. Во всей изъятой продукции оказался метиловый спирт. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.